По поводу заборчика я не скажу, это, скорее всего, самовольно установленная конструкция, да, земельный участок муниципальный. Потому что должен соединяться магистральный тротуар, здесь выход со двора, с магистральным тротуаром должен соединяться. Он доделается? Да, чтобы брать. Его срежут. Закончено, смотрелся. Доделается, как бы, да. Срежете его просто, да, Эмиль Рафаэльевич? Вы его срежете просто? И клумба, да, я так понимаю? Или как? Мы сначала вот этот забор проверим. Угу. Если забор незаконный, то его демонтируем и спуск сделаем. Угу. Давай. Для лучшего сцепления тропит, точнее, бетона, щебня и асфальта. Для того, чтобы дуться. Вы спросили, дайте ответить человеку. Что же вы не дадите ответить? Для... А какой конкретно вопрос? Вот этого шва остальное. Да все лицо, все лицо. Нет, подождите, вот устроить, давайте этого дальше пройдемся. Если там давай, есть дальше давай, швы, давайте, есть. Давайте, давай. У меня вопрос. У нас Госстройнадзор или что, какая организация? Строительный контроль государственный. Вы какую компанию представляете? Ну, от администрации по муниципальному контракту. Ладно, хорошо. Как-то замеряется, насколько эти заплатки от основного полотна? Соответственно. Катали они вровень с поверхностью, то здесь они все равно закрыты. Ну ты колесом, понять, проедем, ну ты же видишь, что она... Ты будешь скакать, каждую яму будешь трогать. Если по ГОСТам, по нормативам это будет проходить, по высоте, по ровности. Строй там будешь. Давайте выводы сделаем, еще раз говорю, на основании экспертизы, ГОСТов и СНИПов, которые существуют. Нормативы. Полагаю, что такие встречи нам надо проводить почаще, поскольку... Мнение депутатов, мнение жителей, мнение работников администрации, мнение подрядчиков. Мы не во всем сегодня соглашались, но есть, конечно, очевидные проблемы. На эти проблемы был подрядчик указан. Я полагаю, что совместными усилиями все сделается для того, чтобы работы выполнялись более качественно. Смотреть вопрос по усилению и созданию, может быть, в перспективе, не сразу, но создание своей муниципальной организации, которая будет осуществлять и ямочный ремонт, и магистральный ремонт. Учитывая те деньги, которые сейчас у нас, перспективы этих денег и появление в муниципалитет, я думаю, что это, возможно, разумное предложение. Может быть, поэтапное, да?